считаете, что вы занимаетесь мужской работой? Да. Потому что тогда мужская сложная работа. То, что, думаю, не каждый выдержит. Александр, а насколько интенсивна ваша работа? Наверное, больше тяжесть приносит работа в ночное время суток, потому что... В основном ночное? Да, в ночное работаем, потому что с ночи в ночь, и не всегда получается дома отдохнуть, маленький ребенок, потому что ребенка в садик, жена на работу, и ты уже, получается, в обед идешь на службу опять. Ну, вот как-то... Ну, не знаю, все равно втягиваемся. Втягиваешься в работу, привыкаешь. Вы готовы к каким-то серьезным вещам, которые могут произойти на службе? Да, надо, идешь на работу, ты должен понимать то, что может произойти все, что начинает. От малого заканчивая большим, быть готовым ко всему. А семья для вас что значит? Семья, это много значит. Самое, наверное, святое то, что у меня есть. Расскажите, как вы заступаете на службу, как все происходит? У нас либо автопатрули, где по 2-3 человека, либо пешие посты тоже по 2 человека. Но вот последнюю смену у нас получается передвижной пост полиции, автобус. Там мы втроем заступаем, водители и 2 сотрудника. Какие цели вы перед собой ставите? А на данный момент пока здесь, в роте, пока получаю образование и... Высшее юридическое. Сейчас учусь в Омской юридической академии. Работа вам нравится? Нравится. Сложно, но работать можно.